Да, подарок. У нас и плохая погода, но на душе у всех радостное настроение, потому что в нашем для начала от всей души, от всего коллектива мы хотим поздравить Жанна, директора. Микровышка. Не путайте, пожалуйста. Мы от всей души тоже Кантемира Филипповича поздравляем. Вчера природа бушевала, предупреждая целый мир, что в день осенний на свет родился Кантемир. Как только вырос из пеленок, он о себе всем заявил, богатством мира овладели, и для начала магазин. У кого-то Кантемир занимает важный чин, ну а в нашем магазине у него одну лишь имя. Может, это и чревато, но зовем мы папа. В магазин заходит папа, делает серьезный вид. Если денег маловато, он ушами шевелит. Сразу видит, кто чем занят, кто в пределе, кто стоит. Это вам не просто штучки. Будет видеть день получки, делает он вам расчет, кому плюс, а кому минус, на все 100 произведет. Но сегодня в день рождения он в хорошем настроении и не хочет замечать, кто чем занят и кричат. С днем рождения, наш мальчик! Расти большой и счастлив будь, ведь мир сегодня так заманчив, найди попробуй верный путь. Зачем меня бак, как я продавать, подарить бак, это кошелек. Ну, им желаю, чтобы сюда был бак. Все, бак. Кантемир, ты наш прекрасный. Поздравляем от души. Будь всегда красивый ветер, в ногу с временем шагай. Все тебя мы очень любим, но зарплату поднимаем. Слишком много обещали, я что еще могу сказать? Только здоровье, остальное купим. Лёха, крыша, будет поздравлять? Чем мечтать, вы сейчас скажете, что вы? Он там визит, он там.
Дядя и я, дружная семья, дорогой.